Сегодня у нас 12 октября 2023 года. Сорт яблони Enterprise. Это позднезимний сорт, высокоустойчивый к заболеваниям, особенно к парше высокоустойчив. Мучистой росой может поражаться в незначительном, но может поражаться. Требует профилактических обработок. Дерево сильно рослое, зимостойкое. Здесь оно привито на... Это маточное деревья, тут привито на 54-118 подвой. Здесь дало такую гирлянду плодов. Плоды очень крупные, все еще 200 грамм. Окраска в них по всему плоду размытая, темно-красная. Вот здесь верхняя часть, можно посмотреть, снимем плод сейчас. Вот такая на солнце окраска, таким сизым налетом. Такой интересный плод такой. Плоскую, немного плоскую кругу. Обычно шаровидные плоды. Немножко бурые. Мякоть хрустящая, сочная. Винно-сладкая. Где-то она приобретает такие качества ближе к февралю. Сорт яблони Enterprise. Черкасская область, Украина. Вот такой прирост. Лист чистый.